Теперь новость, которая касается всех бывших школьников и их родителей. В Ненецком округе подвели окончательные итоги сдачи ЕГЭ. Скандалов нет, оценки гораздо лучше. Знания, которые показали выпускники в этом году, поразительные. Иначе не скажешь, чего стоят работы одной Анастасии Парсуковой. Девушка набрала максимальный балл сразу по трем предметам – русскому, химии и биологии. К слову, таких достижений в Ненецком округе не было ни у кого. Теперь об общей статистике. Экзамен по русскому языку сдали все до единого. Средний балл составил 63,9. Максимальный результат по этому предмету у трех выпускников. Его получили Анастасия Парсукова, Дарья Горноста и Полина Сидейская. Средний балл по математике 43,9. Наивысший результат у Константина Микова, выпускника 4-й школы. Он набрал 91 балл. Впрочем, одному ученику по этому предмету не удалось справиться с заданиями. Он не сумел преодолеть минимальный порог. А самыми популярными экзаменами по выбору среди бывших школьников стали обществознание, биология, история и физика. По этим наукам проблем выпускники не испытывали. Все набрали положительное количество баллов. За всю волну сдачи ЕГЭ не зафиксировано ни одного нарушения со стороны учеников. Зато в конфликтную комиссию поступило 3 апелляции о несогласии с выставленными баллами. Одна апелляция была удовлетворена, результат повышен на 1 балл. Две другие апелляции отклонены в связи с отсутствием оснований для изменения результатов.